Берем по возможности луковую шелуху двух цветов, измельчаем в блендере или мелко нарезаем. Добавляем к ней нарезанную бумагу и все смешиваем. Смоченные в воде яйца обсыпаем шелухой с бумагой, так, чтобы было покрыто все яйцо. Заворачиваем их в марлю и укладываем в кастрюлю. Всыпаем туда 80 грамм чая каркаде, остатки шелухи, вливаем воду так, чтобы покрыло яйца, и добавляем 1 столовую ложку соли. Варим 10 минут после закипания, затем выключаем и оставляем их там до полного остывания. Остывшие яйца очищаем салфеткой. Мыть под водой не нужно, а то окрас станет бледным. Чтобы полностью проявился цвет и появился блеск, смазываем их растительным маслом. Таким способом красить можно как белые, так и цветные яйца. Они получаются очень красивые, как мраморные. А главное, полезные и без химии. Приятного вам аппетита и светлой вам Пасхи!